Установи умную сигнализацию с GSM-модулем и управляй автомобилем прямо со смартфона. Федеральная сеть фирменных центров Starline, Хлебозаводской проезд 9. Запросто мог бы создать свою команду КВН с виду пьяный водитель в Коминтерне. После остановки авто мужчина то и дело травил шутки. Сначала сотрудникам Росгвардии, потом инспекторам ДПС. Подробности задержания смешливого водителя узнавал наш корреспондент Павел Москвин. Активисты ночного патруля попросили сотрудников Росгвардии остановиться. Общественники рассказали о пьяном водителе Volkswagen Golf, который приближался к ним сзади. Да, ориентировка была по нему. Водитель долго не останавливался, видимо, обдумывал, а стоит ли. Но в последний момент он прижался к обочине. Национальная гвардия, прапорщик Смула внизу. Видите, будьте здоровы. Автомобиль в воде. Я заглушил. Как себя чувствуете? Хорошо. Спиртное сегодня употребляли? Нет. Странно пахнет. Крылья. Как у вас почему? Автомобиль ваш? По словам водителя, ехать он планировал всего пару километров. Якобы не думал, что во время такой короткой поездки ему понадобятся документы. Просто из-за бриллианта ехал. Правильно? Да. Даже в такой ситуации мужчина успевал шутить. Что-нибудь запрещенное с собой носите? Да. Что? Ножи, топоры и... Смотрите, уже не так. Где у вас ножи с топорами находятся? Там нет. Мысли нет. Вы же мне сказали, что у вас с собой ножи, топоры имеются, правильно? Это же ваши слова были или нет? Ну да. Ну так где они? Стреляем-то машину. Где у меня? Нет, ничего. Далее шутки кончились, и Александр захотел повредничать. Отказывался присесть в патрульную машину. Ну, я камеру, что вы не хотите? Присаживаться. А в чем дело? Ну, я просто хочу на улице постоять. Значит, вы отказываете его не законно, а требования, правильно? Ну, Шурик, сядь! Ну, в прямом смысле. Ну, что вас, я не знаю, туда силой затаскивают или что? Дмитрий Александрович. Я никуда не побегу, что меня держит? Вскоре к водителю подошел пассажир Константин. Ему не понравилось поведение приятеля. Ты сел за руль, ты попался, ну, что сейчас делать, что ты, знаете, я не понимаю, ничего не делаю. Так что ты дерзишь-то всем, я вот смотрю, Место происшествия ты сел. Ездок. Я там позвоню. Напишу. Ты кому? Че ты? Как мужик себя ведет. Александр продолжал вести себя кокетливо и требовал инспекторов показать удостоверение. Удостоверение? Ну, покажите. Мужчина решил блеснуть юмором и при сотрудниках ДПС. У меня ножи, топоры с собой есть. Там сзади с собой. У меня там бомба еще, в машине есть. Там бомба и наркота есть. Я стучал, мой. Вам весело? На водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Теперь водителю грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 30 тысяч рублей. В итоге Александра увезли в отдел полиции. У него будет там предостаточно времени для веселья, но теперь уже, скорее всего, в спецприемнике. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.